Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. В эфире выпуск новостей международной группы компании Skyway. Как всегда, мы информируем вас о самых важных событиях, которые происходят в жизни нашей организации. Сегодня мы хотим коснуться экологии, важность которой невозможно переоценить в транспортно-инфраструктурных комплексах Skyway. Об этом вам сегодня расскажет сам отец-основатель инновационных технологий Анатолий Эдуардович Юницкий. Но сначала небольшая справка. 13 ноября на 14-й церемонии вручения премии в Чикаго Совет по высотному строительству назвал лучший небоскреб в мире 2015 года. Им стало высотное здание в Милане Bosco Verticale, вертикальный лес, спроектированное итальянской архитектурной компанией Stefano Boeri Architetti. Это жилой комплекс из двух башен высотой 110 и 76 метров, украшенный более чем 900 живыми деревьями и более чем 2000 зеленых насаждений. Архитекторы называют его моделью экологически рационального жилого здания, которое является ответом на всеобщую урбанизацию. Несколько лет назад идею об озеленении крыш зданий и насаждении вертикальных садов, которые добавили бы жизни городским джунглям, можно было отнести к разряду радикальных инноваций. Тем не менее, если мировые города все еще представлены в виде бетонных и стальных сооружений, то концепции высотных зданий 21 века с преобладанием зеленых элементов, встроенных в конструкцию зданий, получают все большее распространение. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Хотелось бы начать нашу беседу с озвучивания нескольких фактов, которые, в общем-то, и послужили причиной нашего сегодняшнего разговора. Несколько дней назад на 14-й церемонии вручения премии в Чикаго Совет по высотному строительству назвал лучший небоскреб в мире 2015 года. Им стало высотное здание в Милане «Вертикальный лес», по-итальянски «Bosco Verticale», который спроектировала итальянская архитектурная компания Stefano Boeri Architetti. Фактически, это жилой комплекс из двух башен высотой 110 и 76 метров, которые украшены более чем 900 деревьями и более чем 2000 зеленых насаждений. Архитекторы описывают его как модель экологически рационального жилого здания, которое является ответом на всеобщую урбанизацию. Факт номер два. Эта же компания Stefano Boeri Architetti недавно объявила о своих планах по созданию аналогичного же комплекса в Лозанне, Швейцарии, и планируется закончить строительство этого комплекса также через два года, в 2017 году. Третий факт. На побережье Средиземного моря в Ницце будет построен экологичный торгово-офисный центр, внутренняя атмосфера которого воссоздает окружающий средиземноморский климат. Проекты зелененого здания с деревьями на каждом этаже должны построить также в 2017 году. Тоже это многоэтажное здание, 9 этажей, если я не ошибаюсь. И следующий факт, последний на сегодня. В Сеуле уже появился жилой дом, в котором находится сад с водопадом. Отсюда у меня возник вопрос к вам. Что вы чувствуете, видя, как ваши проекты воплощают другие люди и в других странах? Чувствую удовлетворение. С одной стороны, сожаление, с другой. Удовлетворение от того, что мои идеи реализуются, озеленение зданий высотных, сады на крыше, станции на последних этажах пассажирские, перенос почвы из-под фундамента на крышу и улучшение этой почвы, увеличение содержания гумуса. Эти идеи я уже развиваю, продвигаю, лет, наверное, 15-20. Поэтому я удивлен тем, что эти идеи реализуются. Сожалею о том, что это не мы делаем первые. Но у нас есть возможность в университете сделать еще лучше, чем то, что вы вот назвали. Анатолий Эдуардович, а что же помешало вам воплотить ваши идеи на родине 15 или 20 лет назад, когда подобные идеи пришли вам в голову? Это не востребовано. Оно и сейчас не востребовано, по большому счету. И я давал это в комплексе с струнной транспортной системой, которую мы сейчас называем Skyway, небесные дороги. Просто сами здания сами по себе, они не решают, они с озеленением, без озеленения, не решают проблемы вот городов. Это же здания в мегаполисах построены. Потому что та же станция пробки на улицах, та же станция смог.
Ну да, будет сад на крыше, а воздух будет в городе грязный, со смогом, с канцерогенами. Выхлоп автомобиля – это более 100 канцерогенов. А вот представьте, была бы новая транспортная система второго уровня, а город пешеходный, и при этом здания, дома все зеленые, и с почвой на крыше. И этот город не отнял бы землю у природы. Более того, озеленение на этажах и озеленение стен по площади – это больше, ну, территории, чем фундамент. То есть мы отняли, образно говоря, под здание, там, не знаю, 10 соток почвы, а дали садов на гектаре почвы. Как ни печально, на сегодня это все. Завтра вас ждет продолжение интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницким, а также ведущими экспертами в области экологии международной группы компаний Skyway. Присоединяйтесь к нашему YouTube-каналу, следите за новостями на официальном сайте группы компаний Skyway rsvdefisystems.com для того, чтобы не услышать, как большая жизнь, скрипя веслами в уключенных экологически чистых лодок, проплывает мимо. Присоединяйтесь к нам. Строй Skyway. Спасай планету.